Ольга Орлова и Виталий Новиков. Возле бортика их ожидают Татьяна Тарасова и Николай Морозов. Никаких результатов совместных, потому как не успели еще выступить ни на одном международном турнире за лето и начало осени, только-только подготовили свои программы вдвоем. Вот и посмотрим на их первые результаты. Благодаря Татьяне Навке и Роману Костомарову на Олимпийских играх у нас будет довольно-таки многочисленная команда в танцах, а это значит, что за третье место многим нужно будет побороться в этой сборной, потому что первое и второе вроде как практически предрешено. Двенадцать баллов. Не густо, и пока не оказывается на последнем месте. За компоненты 13 баллов практически. И они получают на 4 с лишним балла меньше, чем Грегори и Петухов. Пока находятся на 5-м месте. Сколько лет мы не видели Морозову и Тарасову на одной тренерской скамейке? Наверное, уже года три, да?